Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют Масленицу. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память преподобного Прокопия, Дикополита, Исповедника, преподобного Тита, Пресвитера Печерского в ближних пещерах, преподобного Тита Печерского, бывшего воина в дальних пещерах, преподобного Фалалея Сирийского, священномученика Сергия Увицкого пресвитера, мученика Михаила Маркова и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшего в мир иной.